Здорово, красавчики, любимчики, везунчики. Сегодня поговорим о работе, о любимой работе, именно о любимой работе. Много знаю в жизни вот моей знакомых, вообще много ситуаций, когда человек устраивается на работу, работает, приходит домой, валится на кровать, на диван, спит и опять на следующий день на работу. И так у него 5 дней в неделю пролетает. Представляете, это 2 выходных всего в неделю, и он выжатый как лимон, а года бегут быстро. Почему я такой разговор начал? Да потому что с самого начала в школе учитесь, пока вы учитесь, у вас будете взрослеть и будете менять планы на то, как, ну, на какую работу вы хотите устроиться. Работа должна приносить удовольствие, вдохновлять, удовлетворять, развивать вас, приносить радость в эту жизнь, а не так, что ты на работе со всеми ругаешься, на тебя орут, кричат, тобой манипулируют, у тебя там одни энергетические вампиры, из тебя все высасывают все соки, ты приходишь домой с работы и валишься на диван никакой. И с годами, и такая работа, она просто у тебя сажает твое здоровье. Ты просто сажаешь свое здоровье, и твоя жизнь пролетает незаметно. Плюс у тебя один негатив. Поэтому, пока вы молодые, красивые, здоровые, стремитесь, развивайтесь в том направлении, в котором вы хотите. Будь то музыка, кино, искусство, интернет, программирование, много всяких разного всего, спорт. То, чем вы хотите зарабатывать на жизнь, то, что вас удовлетворяет. Ланька, всем удачи, пока.